Всем добрый день! И снова с вами я, Марина Соболь. И сегодня я хочу поговорить на тему, которая очень беспокоит, ну, скажем так, большую половину человечества. Это их волосы, здоровье волос, качество волос, усиление роста волос. Ну, а также лечение, если вдруг случилась неприятность и у человека есть облысение. Очень часто многие задают вопросы, особенно в осенне-весенний период. Это период так называемой линьки, диффузного выпадения волос. И с этим в основном и работают косметологические кабинеты. И у нас есть что предложить для решения диффузного выпадения. Если более серьезные проблемы, всегда специалист, к которому вы обращаетесь, он направит вас к врачу-трихологу. И только этот специалист даст определение проблемы. Само выпадение волос – это крайне неприятно. Это, скажем, ну, нарушает покой человеку, очень сильно влияет на психоэмоциональное состояние. Не только у женщин, но и у мужчин. И, скажем так, сейчас большое количество молодых людей обращаются с первичными поредениями именно в, скажем, лобной части. И мы, косметологи, стараемся помочь мужчинам сохранить их шевелюру. Почему же происходят проблемы с волосами? И как их распознать? И кто помогает выяснить эту причину? В этом случае работает, опять-таки, комплексное решение и работает несколько специалистов. Первично, к кому обращается человек, у которого есть проблемы с выпадением, это может быть парикмахер. Это первый человек, который и стрижет, и окрашивает волосы. Поэтому вопросы задают этому специалисту. И если он компетентен, то он даст рекомендации по использованию средств уходовых дома, в салоне. Но если есть серьезная проблема и парикмахер не может с ней справиться, то тогда необходимо посетить дерматолога. Это первично, куда обращается. Но самый важный доктор – это узкий специалист, доктор-трихолог. Они ведут приемы в клиниках. Пожалуйста, находите в своем городе и обращайтесь туда. Но опять-таки, к косметологу обращаются достаточно часто с этим вопросом. И не всегда у людей есть серьезные проблемы, а у них просто действительно сезонность выпадения. И вот с этим мы и работаем. В кабинете может применять разные методы воздействия, вплоть до мезотерапевтических инъекций, массажи кожи головы, все то, что разогревает кожу. Это могут быть методы дерсонвализации, всевозможные назначения сывороток концентратов, которые дома также клиенты используют. Ну, лично ко мне обращаются клиенты, здоровые абсолютно, но в период выпадения волос у каждого оно по-разному происходит. Ну вот сейчас весенний период, и в этот период каждый спрашивает, что мне нужно пропить, какие витамины, что мне необходимо дома применить, как мне укрепить волосы в кабинете. И вот об этом я хочу немножечко подробнее рассказать. Каждый специалист имеет, конечно, свои особенные рекомендации, но в моем кабинете они состоят из вот таких рекомендаций, которые я сегодня и приготовила. Первое – это укрепление, скажем, организма изнутри и воздействие на все роговые чешуйки – кожа, волосы, ногти. Французская компания «Иалуген» разработала специализированный комплекс витаминов, который позволяет ухаживать в домашних условиях в течение 3 месяцев и действительно давать значительные результаты по усилению роста волос. Ну вот, очень еще и красиво они их выполнили, поэтому пациенты вряд ли будут забывать их принимать. Одна капсула в сутки, вот таких вот красивых капсул жемчужных. В одной капсуле содержится гиалуроновая кислота, содержится коэнзим Q10, содержится хондроитиносульфат. Этот препарат действительно был отмечен многими специалистами Украины в качественном действительно усилении роста волос. Мы можем давать этот препарат в разных возрастах с учетом
проблемы. В моей практике был случай, когда я назначала для девочки 15 лет такой препарат, у которой была фобия. Она кусочек волосяного покрова себе пальчиком вышкребала, и у нее образовался такой голый пятачок на волосистой части. И в этом случае мы подключили работу наружного применения средств и внутреннего применения. Получили очень хороший результат. Препараты мы получили от компании ArcLife для молодых людей. Discovery отличник, это для мальчиков. И Discovery чаревность для девочек. Это можно назначать в периоды полового созревания весной и осенью. Это будет воздействие как хорошего такого функционального комплекса, в том числе и для усиления роста волос в подростковом периоде. Препараты для применения дома. Рекомендуется применять специализированный шампунь, кондиционер и специальный препарат, который наносится на кожу головы и является базовым стимулятором. И также рекомендуют пилинг для волосистой части головы. Пилинг от слова «тупил». Скоблить, выскабливать. Это препарат, который приподнимает ряд мертвых клеток на коже головы и открывает доступ к активному концентрату. Очень удобная расфасовка, пипеточка. Наносим на кожу головы, выдерживаем 5-10 минут, не смываем и поверху наносим активный концентрат. Это для домашнего применения. А концентраты очень удобно разработаны. Они идут со специализированным носиком. 3 пшика для кожи головы и пальчиками аккуратно втереть. И можно высушивать как бы кожу головы. Для клиентов, у которых очень нежная кожа головы, есть зуд, есть перхоть, компания разработала пробник. Пожалуйста, можно взять у косметолога, попробовать. Посмотреть на действие, на результат и уже потом перейти на уход более длительный. Это уже большие такие вот емкости на длительный период. В салоне компания Genosis рекомендует, сейчас, к сожалению, нет этого набора показать, это идет работа с мезоролом. Замечательно срабатывает один раз в неделю номером 12 по специализированной схеме. Берется второй набор, и мы занимаемся второй год с этим же комплектом. Комплект для трихологического сеанса в кабинете с применением мезороллера содержит активные компоненты. Это выполняет врач, который прошел обучение и, применяя все меры асептики и антисептики, дает потрясающий результат для клиента. Процедура не болезненна, не нужно ее бояться. Она рассчитана на одного пациента. Это личные его предметы. Эти наборы хранятся в кабинете косметолога. Они обрабатываются индивидуально и всегда готовы к работе, когда приходит человек на эту процедуру. Результат потрясающий. Минимум идет травмы для кожи головы, но максимальный результат. Но работа будет длительная, то есть не нужно ожидать, что волос начнет расти прямо завтра. Для того, чтобы появился у нас новый волос, необходимо от 3 до 6 месяцев. Это время формирования нового пушочка, который появляется и так радует наших клиентов. Это один из методов коррекции в кабинете косметолога. Второй метод – это процедура мезотерапии. Это специализированные концентраты. Они могут быть в ампулах, вот таких флаконах на одного пациента. Ну, в данном случае я очень люблю компанию DermaHeal, и многие косметологи со мной согласятся, то, что этот препарат действительно творит чудеса. Пептиды, входящие в состав, и факторы роста, так необходимые для стимуляции роста нового волоса, содержатся в этом флаконе. И уже после первых 2-3 процедур человек отмечает то, что волосы не выпадают. Это уже хороший знак. И в скорости мы увидим действительно новые волосы.
Процедура мезотерапии проводится одна манипуляция в неделю номером 10. И таким образом потом мы можем через 6-12 месяцев повторить комплекс по мере необходимости. Но есть фаворит на сегодняшний день средств, которые в моем кабинете сейчас, ну как-то вот, знаете, заняли такую хорошую нишу. Это препараты Hair Filler корейской марки. Их требуется от 4 до 6 процедур на одного пациента. Один раз в 2-3-4 недели. Здесь препарат находится в шприце. Это на одну манипуляцию. Длительность процедуры достаточно быстрая. Реабилитационного периода фактически нет. Болезненность идет только от вкола. Но если требуется, я могу немножечко подзаморозить кожу головы, чтобы человек вообще, ну, минимизировал ощущения какие-то неприятные. Действие препарата замечательное. Спектр назначений в кабинете может быть достаточно ярким. Но иногда и не требует медицинского вмешательства в кабинете, а достаточно хорошего домашнего ухода. В этом году появилась новая линейка корейских препаратов Pellobaum. Это ревитализирующий шампунь, кондиционер и специализированный тоник, который наносится на кожу головы после каждого мытья. Это можно смело дать каждому человеку, у которого есть первичное выпадение, беспокойство. На пару недель, уже через это время, будет определенный отзыв от клиента. И потом принимать решение. Возможно, домашнего ухода более будет, чем достаточно. То есть у человека прекращается выпадение, его кожа чистая, волосы меньше требуют смываний, то есть нет такой грязности волос, сальности. И поэтому мы, может быть, и не будем применять какие-то инъекционные методы воздействия. Вот. Но если есть проблема, тогда да, добро пожаловать, мы составляем комплекс и работаем. Я хочу сказать, что если ваш специалист, к которому вы обратились, компетентен, и если у вас действительно есть серьезная проблема, и она состоит не просто в выпадении волос, а в нарушении внутренних процессов, он обязательно перенаправит к грамотному врачу, который уже будет заниматься лечением ваших внутренних проблем. И на этом фоне, конечно же, волосы прекратят выпадать, и они будут расти новые, здоровые. И в любом случае косметолог всегда рад подкорректировать какие-то, скажем так, назначения в домашних рационах. И вы уже от доктора-трихолога перейдете к своему косметологу для завершения этапа восстановления. Борьба за волосы будет всегда. Чем старше мы становимся, и у мужчин, и у женщин появляется поредение волос. И я всегда рада предложить для женщин и мужчин, которые хотят выглядеть с шевелюрой в 50-60 лет, хотя бы разовую процедуру применения Hair Filler. Если вы можете себе позволить финансово, то, пожалуйста, этот препарат, он будет работать на омоложение уже с другой целью и не даст возможности поредению волос на изменение гормонального статуса человека. Поэтому спрашивайте у специалистов, как не только лечить, а спрофилактировать выпадение волос. Это ведь так важно, иметь красоту, иметь здоровье. И на это мы обращаем внимание. Поэтому, дорогие мои, не стесняйтесь, задавайте вопросы под сегодняшней нашей передачей. Я всегда буду рада ответить и также дам рекомендации очень хороших докторов-трихологов, что я, в принципе, и делаю. И мы совместно получили замечательные результаты по выращиванию новых волос, здоровых, красивых, ну и, конечно, благодарных клиентов.